Всем привет! Это будет небольшое видео о том, как осуществлять вырезы на телах и поверхностях немножко побыстрее. Создам эскиз. И на нем две вот такие окружности. Так, Escape, немножко поправлю ее. Finish Sketch. Итак, в чем смысл? Ранее я в патче создавал всегда вот такие вот поверхности. То есть я сначала экструдировал какой-то эскиз, нажимал ОК. Ну и вот уже далее я выбирал, например, Split Face. Выбирал инструмент, выбирал поверхность. И получал вот такой вот вырез на поверхности. Либо я выбирал Split Body. Выбирал поверхность. Ну и как видим, делал вот такой вырез. Верну видимость эскиза. Все это можно осуществить без шага создания поверхности с помощью экструда. Достаточно эскиза. Я просто выберу инструмент Split Face. Выберу данный эскиз. И нажму ОК. Промежуточных тел построения в данном способе нету. А вырез на поверхности мы получили. Точно так же можно осуществить вырезание тела. Создам еще один эскиз. На нем создам линию. Finish Sketch. Даже так. Эту линию я проведу не через все тело. Выберу инструмент Split Body. Выберу тело. Выберу данную линию. И нажму ОК. То есть данным способом мы разрезали все наше тело, используя только один эскиз. Я считаю этот метод очень удобным. Пользуйтесь. Желаю всем творческих успехов. Ставьте лайки. До новых встреч.